Нет преград для тех, кто хочет. И наши участницы как раз-таки доказали, вот те особенно, кто подальше. Вологда, да, девочка у нас одна приехала. Она очень просила, чтобы ее включили в состав конкурсанток. Вот, я задала ей вопрос, а согласна ли она приехать так издалека? И она сразу сказала, да. Я говорю, может быть, вам вы подумаете? Она сказала, нет. Поэтому здесь, видите, вопросы. Ну, взяли билеты девочки заранее и приехали. То есть они верили в то, что конкурс состоится, хотя они понимали, что он впервые организовывается. То есть риск был, а вдруг не проведется. Ну и я решила тоже попробовать прочитать. 3 года назад, в 2014 году, я попала в аварию, ДТП. И врачи вынесли диагноз перелом позвоночника, и с этого момента я на коляске. Это нужно всем. Что касается печени, вашим личным животным. Да. Ухаживать за ней никак не надо, просто менять воду раз в 7 дней. Это непередаваемое сечение. Можно мне? Да, пожалуйста. Штук, просто чтобы они не расползались. Ну, здесь потом, когда возьмется, можно будет поснимать, потому что вообще солнечных дней в году-то бывает. А тем более здесь вот ситуация, когда... Открой свою душу этому миру яркими красками, напиши жизни твоей картины, не умным. Да-да, сочиняй мечты. Это адаптация новой жизни, потому что это всегда сложно, и не каждый имеет такую силу воли для того, чтобы адаптироваться и жить полной жизнью. Девушки сегодня доказали, что у них действительно никаких нет границ, в том числе в голове. Вот что у нас получилось. Вот что получилось у Кати Фоминой. Номер 7, город Троицк. Ваши аплодисменты. Это дает возможность другим десяткам, сотням, людям с ограниченными возможностями по ту сторону посмотреть и сказать, ну, блин, я не хуже, я тоже так могу. И я надеюсь, что мы этим конкурсом дадим кому-то толчок, дадим кому-то веру, чуть-чуть поверить в себя и просто выйти на улицу. Челябинск аплодирует. Королева доброты, ваши аплодисменты! Какие таланты вы исполнили, частушки, под которые многие приплясывают. И слова благодарности, которые еще будут звучать сегодня. Спасибо огромное, аплодисменты! Вечер мы запомним как вечер 12. Посмотрим.